Кого напугать? Напугай! Ох, ёхты! Напугал, блядь! Только меня! Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку. Ой, как бы ее запомнить-то? Япона мать, короче, про обезьянок. Я ее реально забываю. Короче, написали мне, что оказывается... У нас есть такая ерунда, которая... Я сейчас, подожди, пока... подожди, брось, да, нормально. Лечь, которая называется эволюция, и там, оказывается, можно как-то всякие эти нейроны как-то, блин, то ли соединять, то ли еще что-то, вот типа вот такого. Вот у нас есть двигательная функция. Вот у нас тут что-то есть, вот типа если на него нажать, или что? Пространственное восприятие. Так, подожди, я же изучил это. А, вот оно что. То есть я тыкнул-то тыкнул, я не изучил. Вот мне сказали, там, короче, сказали, что какая-то хрень вот так вот будет ползти и все. Так, дальность обнаружения съедобных ресурсов увеличена. Нажмите, чтобы задействовать интеллект. Вон оно что. То есть он как бы образовался. Но он как бы... А он как бы бесконечный или что? А, это растущий, вон. То есть сначала их открыть надо, потом их соединить надо. А потом их что надо? Потом их... Давай самоутвердимся. А самоутвержденная мартышка, она как бы это... Она может эволюционировать вполне себе. Вон на что. Я тебя думаю, почему у меня новые нейроны-то ни хрена не растут? Ох, а что так долго? Давай, давай. Мартышка, пыхти, пыхти, пыхти. Давай, хорошая, почти. Нормально, новая способность. Язык тела. Теперь вы можете из расстояния просить некоторых членов стаи подойти и сопровождать вас. Нажмите, чтобы задействовать органы чувств. Выберите слух, отпустите, нажмите. Ёб твою за ногу. Отпустите, нажмите, бросьте, пошлите. Ой, как хорошо. А, так. Так, это что у нас? Не открылось что? Вон оно что. Короче, мы пока до сюда не дошли. Новые нейроны там расти не будут. А я-то думаю, что они у меня такие не сильно умные. А реакция на острый стресс. Теперь вы быстрее реагируете при необходимости у ворота или контратаки. Нажмите X, чтобы приготовиться к контратаке или уходу от атаки. Наклоните, чтобы... Так, ну тогда. Это мы знаем, это мы умеем, это мы молодцы, да, красавчики вообще. Нифига там, блин. 4 комбо можем выучить, как в Mortal Kombat скоро будем. Сап Макакен будет. Не, или... Скорпиозьян. Чинь такое. Ладно. Так, 10 с предметами. Теперь можете перекладывать предметы из руки в руку во время передвижения. То есть оно как бы он понимает походу, он соображает, что что-то я могу сделать, а тут мы это усовершенствуем, когда открываем. Вот смотри, нейрон, вот он, новый нейрон. 10 с предметами изучить, конечно, изучить. Ну. Давай, 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 напрягаемся, откуда ползет? Слышь? Нейрон, а ты чё не изучаешься, алё, гараж? А он не изучается у меня, смотри-ка. Вон на чё, а я-то, я понял, блин. То есть я его ни хрена не изучил. Изучить это на обловод, нажать и поддержать. А кто бы знал-то? А в смысле? Подожди. А они конечные, что ли, бляха-муха? Нет нейронной энергии. Единственный способ получить её — выполнять различные действия во время переноски... А где посмотреть? А сколько у меня всего её было? Вот эти, нихера себе поворот. А вы там не итальянцы, а фамилию у вас не охуели? А чё раньше-то не сказали, что она конечная? Вот ты молодцы вообще. Так, чтобы сменить поколение, вы должны быть взрослым особи. Так, это да. Значит, смотри, это мы сюда больше не лезем. А, написали мне, что... Короче, надо узнать, кто это у нас. Это у нас самец. А, самец встает. А, ещё сказали изучить это базу нашу, как бы. Так я же как бы её, она же изучена у меня. Или что это, вот это что ли изучить? Что это? А что такое? Эй, слышь, подожди, Макакен, а ты что ее не изучаешь? Сказали изучить базу. Ну. Так она, вот она у меня, лежанка, изучена как бы. Давай нюх. Нет? Ладно. Ой, вот тут вот слева воняет. Подожди. А что не так вот? Подожди, ну вот. Да, ёпты. Концентрация. А что не так? Она понять не может? Непонятно. Ладно, сказали, он должен ее типа запомнить. Ладно, это полбеды. Значит, смотри, нам нужна самка. Ты кто? Изучить.
самка. Вот смотри, вот нам на нее нужно переключиться, сказали. Ложимся ею, допустим, вот, вот сюда, допустим, ложимся. Лечь. А... Или самцом ли? Нет, самкой. Позвать самца. А это какая самка? Та не та самка. А, спариться нужно. И, короче, она у меня не беременная, как я там думал. Но, может, потом со временем. Нет. А, потом, типа, покажет, что вот там она беременная, не беременная. Она не беременная. Слышь, подожди. А что за фигня? Почему она у меня нет? Изучить. Переключиться. Подожди, а почему она у меня не хочет беременеть? Так, ну-ка, подожди-ка. Изучить. Да не то изучить. Вот самку изучи. А изучить. А, подожди. Это просто. А ты какая самка? Во, фертильная. Значит, подожди. Значит, нужно что делать? Надо ею, значит, зайти. Выгнать вот эту самку нахрен. А, ладно, вот тут ляжем. Какая разница. А вот тут прилечь. Ну, мы так и делали, по идее. Позвать партнера. Самец! А, вот бежит. Малого-то скинь, ему не рано это видеть. Смотри, ладно. Малой, учись. Оно тебе пригодится в будущем. Давай. Вот, вот, вот это надо. Да я красавчик просто, ты смотри, а. Я вообще молодца, а. Короче, вот эта надпись должна была появиться, мне сказали. Так. Да, а что, так скоро, да? Дать потомство, давай дадим потомство. Это типа... Что это? А это так и должно быть, да, черненькое такое? А смолы все нормально? Почему он черненький такой был? Че он красный весь, больной, на голову? Че с пацаном? Эй, слышь, че с пацаном? Почему он в крови весь? 15 месяцев спустя. А, о, нормально, помыли. А, это типа он только, я понял, только родился. Все, хорош. Ну смотри, там что-то это. Паникует уже, нормально, давай, как этот, блин. А кто он там? Маугли, там, туда-сюда. Сейчас человек первый будет у меня. Подожди, а погоди, 15 месяцев спустя. А сейчас что, типа год прошел, полтора почти? Реально? Точно, смотри-ка. Нихера. Подожди, а я еще могу? Мне детей надо? А, и попить надо было. А, ладно. Попить надо было. А сколько я могу таких это рожать? Вот, смотри, точно. Пойдем попьем, поедим. Так, это мы где? Так, ага, это не туда, это нам сюда. Потом пойдем с малыми. Дофига нам того малого спаса... А, так вот, что это кругляшок означал. Пациенту кругляшок был, я понял. А, он как раз вот, видимо, и показывал, что это, сколько у меня там энергии или чего вот это вот. Ну, короче, ты понял, да? На развитие нейронов. Давай, жри быстрей. Вон на что, Михалыч. А что так сложно-то, блин? Пообъяснить-то не могли по-русски. Я не знаю, по древнерусскому на крайняк, вот, по обезьянему. И то понял бы. Потому что когда вообще нихрена не объясняет, соответственно, сидишь вот так вот, догадываешься. Так, давай пей. Я только не понимаю, сколько ей пить надо. А, ну вот вода тут как бы зелененькая. А, вот, все, все, отлично. Слушай, ты вообще молодец. А ты кто? Ты самка. Так, пойдем еще рожать. А, так погоди, так ты же забеременела. Ну, нормально все. Давай еще родим. А ты что сюда пришла? Ладно, давай сюда родим. Не-не, подожди, лечь. А у кого на спине нести? Вот, на, дать. Да нет, это... Че там дать потом-то? Подержать надо. Так, в смысле? Подожди, я... Подожди. Так. Малой, иди сюда. Слезь нахер. А как его снять-то? Нет. А, брось, подожди. Как малого снять? А, нет, подожди. Лечь. Лечь. В смысле лечь спать? Сними малого! Как, бляха, ну этого? Спиногрыза снять этого? Да ты, блин, ты издеваешься, да? Так, это создать стаю, нет. Это ничего не делает. Да. Это схватить, это брось. О, как малого снять? Ты подожди. Заяжить вылазку, да. Так, ну-ка разбежались все нахер.
Так, малой, подожди. Да ёпты. Да ёп! Твою за ногу. Подожди. Давай сюда. Да уйди ты, блин, чего ко мне все лезете. Лечь, попробуем. Вот сейчас малого можно снять? Может, лечь спать надо? Слез. Так, малой, ну-ка нахер все свалил. Не подни... Свалит он, ага. Короче, слышь, малой. Я, если что, беременная. А, во. А, то есть только в этих, да, можно местах? Подожди. Давай там это свободно. А тут она потом съедает, она у этого своего орет. Ухажера. А в смысле, подожди, а что не так-то? А, с ухажером только можно дать потомство. Я думал, ей малой мешает. Думал, типа, при детях, там, туда-сюда. Нет, все нормально. Ой, а что такие тормоза у меня дикие на камере? Прям жестокие. Вот на этой заставочке почему-то. Вот второй, нормально. Нормально, хорошо, растем. Сейчас обрастет. Самец будет. Или самка. Не принципиально. Так, не, ну тут меня уже устраивает. Смотри, он бац, такой же чистенький. Оба, сразу стал такой взрослый. Красавчик. Так, это у нас получается уже 3 года прошло. Судя по всему. Хорошо. 3 так 3. Так, ладно. Так, второй дебошир вырос. Или дебоширка, такая разница. Нормально. Так, значит, берем малого. Идем зарабатывать нейроны. А нейроны зарабатываются, когда мы таскаем малого на спине. Что-то я помню, такое было. И тут, по-моему, писала сегодня тоже. Типа, чтобы заработать, типа, таскайте на спине. Хорош ты, смотри-ка. Да, это сейчас... Обезьяну производства тут. Оформлю себе. Ага, вот так вот, да, все. Она, наверное, устала. Ладно, у нас там малой на скале. Что с ним-то делать, я не знаю. А, нельзя, да? Хорошо, хорошо, хорошо. Так, а, давай, хватай малого какой-нибудь, пойдем. Так, палку. Убивалку возьмем, где-то она тут у меня валялась. А куда я ее бросил-то, блядь, ну-ка? Ну, ёптать. Я новую делать не хочу, новую делать долго. Кто мою палку спер, слышишь, пацаны? Не смешно, мне на вылазку надо. Так, я что-нибудь, может, поумнел тут, нет? Подожди-ка, может, тут что-нибудь поумнел? Сказали просто прям вот, ну, прям надо-надо. Обсидиан, это... А, еще писали что-то, знаешь, что? Ну, я, в принципе, это подозревал, по-моему, говорил об этом. Короче, смотри, мы когда вот нажимаем концентрация, вверху появляется вот это вот действие. То есть с этим действием надо что-то делать. То есть, а потом будет показывать все. Вот, например, спать он показал действие. А как? Вот это вот что-то он понять ничего не могу. Да подожди. Что такое? Подожди, оцени. Да ёб ты, не надо мне изучать никого. Вот, я вот это не могу понять. Так, концентрация, ну. Я не знаю, может его понюхать. А, о, вверх я палку дошел. А, осмотреть. Ну, палка-то понятна. А, так подожди, она палку и это, сообразила, да? Новый инструмент, так это ж мы застрёна палка. Мы что там это соображали? Подожди, то есть... А, она не лежак смотрела, я понял. Сухая ветка, да. Так, это что такое? Источник пресной воды, хорош. Место для рыбалки. Рыбалка. Слушай. А она как копье пойдет, интересно, нет? Ну, пойдем попробуем. Типа как удочка. А как рыбачить-то? На. Нет? Не хочет. Ладно, это... Ты нифига бруталка. Так, ладно, подожди, давай еще раз подумаем. Что нам делать? Так, во-первых, нам вот с этими кустарниками непонятно. Они наши злейшие враги, потому что мы с ними... Никогда сделать не можем. Я их не могу понять, я их не могу познать, понюхать. Потрогать тоже нежелательно, колючие сволочи. Так, ладно, нормально. Ну, это все старое, как бы. Но тем не менее, смотри, нейрон-то растет. Точечка вот чуть побольше стала. Там была размерность пикселя, сейчас все больше и больше. Так, сухая ветка. А ты сразу-то не можешь опознать все? Я так понимаю, в принципе, это все бесконечно. Можно изучать, эволюционировать и так далее. Вопрос в том, что... Как долго и как много придется потом ходить. А ты как-нибудь можешь быстрее бегать? А, вот на ты. Ты типа и прыгаешь, и бегаешь быстрее, хорошо. В смысле, на X.
Так, хорошо, замечательно. Так. Ладно, пойдем где-нибудь пошаримся, я думаю. Да, попробуем поорать кого-нибудь. Ой, ё. А ты можешь как-то это, так, чтобы потом не прыгать в конце? Так, ладно, у нас палка есть. Это хорошо. Давай сначала на разведку, потом посмотрим. Мы там новые места открыли. Мне кажется, там можно и переехать же, и все, наверное. Так, это что? Это новое место. Не опознали, хорошо. Это что? Отлично. Опа, орет кто-то. Кто орет? А, слух. А кто орет? Ёб, кто это орет-то? Хераси. А это, наверное... А, нет, это те. А там, наверное, малой орет. Так, подожди-ка. Давай, слух. Ну да, как мне его забрать? Я... Погоди, мы тут пока мы пока нормально отдохнувшие, да, вопрос за малым слазить. Я не знаю, какой херу мне сдался, правда. У меня уже два новых, и зачем старый? Чё это такое? Ладно. Обсидиан, наверное. Давай, короче, мы сюда. Ни хера ты прыгаешь нормально. Верю. Подожди. Брось пока. Лечь. Снять детеныша. Хорош. Так. Пойдем, короче, наверх залезем. Все-таки операция по спасению малого должна быть. Так, нормально. Просто она пока отдохнувшая, мне кажется, надо это устраивать все. Такие спасательные операции, они полезны для здоровья. В принципе, всех. Особенно того, кого мы спасаем. Так, ну-ка, давай-ка сюда. Так, она устала. Она, наверное, хочет есть. Да, она хочет есть. Сейчас это мы поедем. Вот, смотри, нейрон попер. Нормально, нейрон попер. Так, поел. Ла. Давай, тебя сейчас будут материнский инстинкт подгонять. Вопрос только вот. Забраться-то мы заберемся, конечно. А как его схватить-то? Проблема в том, что он стоит на скале в таком месте, где мы как бы в зависшем состоянии, мы его поднять не можем, ничего сделать не можем. Вот он там и тусуется. Изучить мы тоже, наверное, его не можем, да? Ну, а тут уже скелетон, блин. Это. Интеллект. Нюх. Подожди, вот. Интеллект. Концентрация. На малом. Опознать. Чё, опознали? Труп опознали? Нет, не то, подожди. Так вот, пошли, малой, падай нахер. Во, подожди, во, смотри. Если... Отлично! Пойдем. Ты смотри, эволюционируем! При этом не только они, еще и я, блин. Я вот соображаю, как малого. Спасательная операция малого, который сожрал своего предка, не знаю кого там, оставил одни косяшки и, в принципе, просидел довольно неплохо 2,5 года на самой верхотуре. Мне кажется, он себя более чем комфортно чувствовал, но как-то это... Мне кажется, не камильфо ему было. Все, малой, ты у нас самый такой фартовый. Сколько их уже пережил. Поэтому давай-ка ты сейчас пойдешь со мной. Буду с тобой нейроны изучать. Так, ну нам... Ой-ой-ой, ты так делай не надо, не делай, да, это все плохо. Может кончиться, как для того аборигена, блин, макаки. Так, секунду, где-то у меня тут палка была. Стой, подожди. Я ее бросил где-то здесь. Вот тут прям. Где моя палка? Подожди. Концентрация. Палка, вот она моя палка. А что не поднимаем? В смысле, неси на спине? Еще одного? А нахера мне двое? Не, подожди, давай одного ставим этого спиногрыза, нахера он нужен? Так. Давай одного снимем. Вот, пойдем, все. Я, конечно, понимаю, я так понимаю, это, наверное, нейронов будет больше копиться, но я что-то пока сильно-то с желанием вообще не горю. С рюкзаками спереди и сзади бегать, это вообще жизнь какая-то. Пойдем просто куда-нибудь изучать кого-нибудь, зачем-нибудь. Так, в принципе, место у нас безопасное, может, нахер вообще куда-то вылазить. Так, давай, интеллект. Только концентрация опознай. А, отлично, хорош. Нейрончик растет, растет нормально. Так, это мы знаем. Так, это мы тоже знаем. Внизу убежище, это мы тоже знаем. Надо, короче... Вот, смотри, нейрон оформился. Интеллект, вот, нормально, это хорошо. Давай, короче, смотри.
Нам нужно новое место. Пойдем тогда вниз. Опа, вот это ты зря. А, отлично, хорош, ты вообще малорик. Ты смотри, я тут научился, короче, это. Что ты научился делать? Я пока не совсем понял, что именно, но что-то я научился. Пойдем. Посмотрим. Так, шпингалет. Давай, ты главное это, там, паника будет. Ты, если что, ори. Будем пугать всей толпой. Правда, толпа у нас пока что два человека. В смысле, две мартышки. Но это дело, как бы, мелочь на самом деле. Опа, орет кто-то. Кто орет? Да на макаку было похоже. Что там птица какая-то заливает мне? Сказки. Так, ага. Она, походу, жрать хочет. Судя по тому, что я пью, ей нифига. Так, секунду. Давай, знаешь, что посмотрим. Так, давай схватить. Вот, пожрем. Нормально так. Давай ешь. Давай еще ешь. А не, она, наверное, устала. Я пос... Чё это такое? Чё это такое? А чё это было, подожди. Чё случилось? Непонятно. Ладно. Пойдем. Главное сейчас не нарваться на шашлык, садовый шланг и кошелек. О, шашлык вон бегает. Туда мы не пойдем. Это очень хорошая такая мысль. Так, ну, при этом даже... садовый шланг не так страшен, я думаю. Это змейка, в принципе. А вот большой садовый шланг, это уже может быть печально. Это уже как минимум какая-нибудь, я не знаю даже. Ну, она куда нас сожрет просто. Что такое-то? Так, концентрация, опознай, давай. Отлично, закрепленный камень. Давай возьмем. Что я могу с ним сделать? Ни хрена. Все верно. Надо все, камушки, камушки. Так, давай посмотрим, нам куда-то же идти надо. В принципе, мы тут-то уже везде все были. Ну, давай так пошаримся. Так, это что у нас? Давай, наверное, сюда и запомним это. Запомним, давай туда сходим. Новая территория все-таки неизведанная. Там вдруг что-нибудь хорошее, ништяки какие-нибудь там подгонят. Хотя, скорее всего, нам ни хрена не ништяки. Нам пиздюрей подгонят. И, скорее всего, это будет кабан. Либо крокодил, либо какая-нибудь кошка. Но тем не менее, сходить мы туда должны. Я так считаю. Пойдем сходим. Так, подожди, а ты что, бегать, да, вроде умеешь точно? Давай, давай побежим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А если что, мы перепрыгнем. Опа, кабаняра. Что с ней не так? Что вот это происходит, я понять не могу. Подожди, змея где-то. Да? А они, интересно, по деревьям-то лазить умеют, нет? Змеи, в смысле. Так. Слышу кабанов. Так, давай, органы чувств. А, слух. Вон кабаняра внизу. Концентрация. Опознать. Мия. А, ну да. Хе-хе-хе. Ладно. Не кабан. Убедили. Опа, чё, кто орёт? Каркуша какая-то. Какая? Ладно, погнали. Ну, давай, цепляйся, пошли. Давай, короче, мы с тобой пойдем просто вот так вот по веточкам. А там будем разбираться. Что такое? А, это надо, кстати, взять. Ты знаешь что? Ты схвати-ка вот это. Это что? А, подожди, это съесть. Я думал, это хлопковое. Нет, это какие-то фрукты. Ладно, пойдет. Я уж не понял, что за фрукты. Обезьяна лучше меня сейчас ориентируется, что за фрукты она жрет. Наверное. Так, малой, ну-ка, культяпки куда тянешь? Не заслужил еще. Так, другую руку переложи, все, нормально, пойдем. Смотри, культяпки тянет, ни хрена не сделал. Просидел, 2 года просидел. Нифига не делал, не помогал стае. Не вырос за 2 года, ни хрена. И куда ты культяпки тянет, ты прикинь? Не-не, подожди, подожди, ты куда? Что такое? Что? Что это такое? Ей плохо или где? Что-то не пойму я ее. Ей то ли плохо, то ли не понимаю. А если ей плохо, то не понимаю чего. Одни непонятки. Так, тут что у нас? Тут изучать особо нечего. Все, идем тогда на тот треугольник, посмотрим, что за треугольник. И чтобы знать, какой из них ближе. Ё-моё. Ладно, побежали. Оба, оба, оба. Смотри-ка. Так, смотри, кто-то квакает. Скорее всего, какая-то каркуша квакает.
Так, это укрытие. Мы знаем, это местное такое, да, достопримечательность местная. А что так неудобно-то, камера? Вот, давай другое дело. А, ты типа так устаешь. Ладно, давай, давай. Давай, короче, мы не будем так вот бежать. Мы поменяем руку. Мы съедим, посидим. Не спеша, нормально, хорошо, все. Восстановим силы. А, еще сказали, можно вроде как спальник делать тебе, то есть, чтобы спать. Для этого что-то типа папоротника вот этого надо срывать и просто стелить. Так, хорошо, пойдем. Опа, слышу. Кого-то. А я ж говорил, надо. Давай быстрее, Магакен. Опа, давай его на то дерево. Эта кошка, она лазить не умеет по деревьям, я знаю. Да? Хе-хе-хе. Я ж говорю, неудачница. Не умеет она по деревьям лазить, все. Вот и все. И вот так вот легко, и просто, и непринужденно. Самое поганое то, что... А, кстати, это новое место. Мы почти на месте. Так, вон она ушла, все. Я ж говорю, я услышал, где-то рык был. Так, секунду, я не это хотел. Мне нужна хлопок. Это что, хлопок? Я жду хлопок. Отлично. Так, как бы нам теперь туда добраться, так... Так, 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 так. Давай, короче, вниз. Держись. Да не так держись. Да-да, давай. Давай-давай, быстрей. Где хлопок? Стоп. Вот он хлопок. Вот на это дерево надо. Все нормально. Мы когда убегали, план-то и был такой, что мы сейчас убежим на нормальное дерево. Только мы дерево перепутали, а так все ничего. Залазим, попрыгали. Надо, я не знаю, надо, короче, палку эту взять. Палку-убивалку. Хорошенько в сандали. Да котяри разик. Эффект будет, как вот ты сейчас тапком кошку бьешь. Вот эффект будет один в один. То есть это отсюда пошло. Это на самом деле, это вот я еще изобрел. Только я тогда палкой, блин, по голове бил. А сейчас тапком все бьют. Ну, принцип тот же самый, ты понял, да? Так, это давай с собой возьмем. Так, это что за место? Водопад. Давай-ка вот туда прыгнем, пройдемся. Так, вот черт вообще на ночь, дядя, пошел, ты мне скажи. Блин, я ж место хотел это посмотреть. А там кошка шарится. Что с тобой опять? Стой! Куда ты попрыгала? Она спать хочет или что, блин? Я въехать не могу никуда. Так, нормально. Десантировались, типа. Ну-ка, пойдем сюда. Ладно, чтобы это, блин, кошка драная не прибежала. Уй, там крокодайл. Вон, смотри, вон шланг по центру лежит. Ну, не шланг, в смысле, кошелек. Ну-ка, давай, напугаем его. Вообще хуйно напугали. Мне кажется, он еще поржал с нас. Стой, стой, стой. Не, вот это вот ты вообще зря. Все, сидим тут нахер. Где этот крокодил? Ну-ка, давай еще раз. Ну-ка, нахер свалил. У меня тут, блин, этот, кокос. Хлопковый. Тебе такой не нравится. Ты ж не прыгаешь. Бляха, прыгает! Охереть! А с какого перепугу крокодилы-то запрыгали? Слышь! Ёбаный ты, блядь, кошелек! Охереть, блин! Ты там не прихуел ли, а? Слышь, родной! Эх, блин, короче, я в шоке! Сука! А чё крокодил-то вдруг запрыгал, ты мне объясни? С какого перепугу он запрыгал? Ну-ка, давай, слезь. Вот, давай, пойдем. Давай, да подожди, стой. А, вот сюда давай. Так, ну смотри, мы, в принципе-то, на месте, да? Давай отсюда посмотрим. Я могу вот органы чувств, я не знаю... Опа, это что такое? Ну, концентрация. Ага, это хорошо. Там он что-то еще нащупал. То же самое, наверное. Нормально. Нейрончики растут туда-сюда. Нормально. Живем. Так, интеллект. Интеллект, говорю. А, вот, сделать открытие. В принципе, и отсюда можно. А нафига я вниз спускался к этому кошельку долбаному, блин, сумочке будущей. Нормально. А, небольшое болото. Да, я заметил, что это болото. Прыгающий крокодил, нихера себе, да? Это откуда вообще? Да вообще, реально, нет? Они реально так прыгали? Вот сейчас вот крокодила ты возьми, да?
Вот реально просто возьми сейчас крокодила. Просто возьми, да? Но они запрыгнут у тебя на камень высотой там 1,5–2 метра. Что за херня? Это кидало какое-то, ладно. Ну ладно, главное, мы там до хрена уворачивались, только мы ногу сломали, это плохо. Так, кто там каркуша еще орет? Секунду, органы чувства, слух. То, что хочу. Кто орет, блин? Каркает. Как, блин, тут накаркает на нам. Ладно, знаешь что, а я могу лечь, я могу лечь. Я, наверное, могу даже поспать. Да. Я прекрасно чувствую. Давай до утра подождем. В принципе, кошки, они по ночам-то не особо лазят, посудно по деревьям. А, заодно вон этот крокодил тоже вроде не прыгают. Хотя слушай, на самую верхушку деревьев, блин, так, все, рассвет, хватит спать. Вода, еда нужна, хорошо. А, с водой проблем нету. Проблема есть с крокодилом. И, черт, ладно, давай-ка. Я даже не знаю. Давай, наверное, по деревьям пока пойдем. Тут на деревьях единственная опасность, это воробей, может быть. Ну ты чё, уставший? Давай, родная. Активней чуть-чуть надо, пройдем сейчас чуть-чуть. Стой! Ёб твою за ногу. Молодец. Замечательно. А вообще, прелесть просто. Так, что у нас, где поржать? Вот это чё, это не поржать ни хрена. Надо чуть поржать найти. Укрытие, не то. Да не, подожди, вот это. Вот, нейрон открыли нормально, еще один телек. Гранит. А что поржать-то где? В целых джунглях нету поржать нигде. Как так-то? Тут все друг друга жрет. Почему я не могу друг друга сражать кого-нибудь? Блин, я хотя бы... Вот же, да, ну а что тут тогда, блин? Поржать ничего, не поржать ничего. Вот же, ну. А, подожди, а может... Так это на нюх надо. Так, ну, так логично ж. Вот, ну, это ж на нюх определяется. Ай, ешкин крот. Все, а я интеллект, интеллект. А вам ей интеллекта не хватает понять, что это ягоды надо есть. Что это надо есть. Вот, нормально, вода сейчас, еда восстанавливается. Вода сейчас тоже немножко восстанавливается. Сейчас еще попьем, будет вообще хорошо и замечательно. Надо, чтобы где-то скотобаза, блин, к нам опять не прискакала. Надо вообще палку эту сделать опять, заморочиться палкой. Я там посмотрел, вроде как, вроде отразить удар можно было. Что-то такое там было написано. Мне не показалось. Ёпту за ногу. Давай, короче, знаешь что? Ой, там это удав. Ну-ка, всех напугаю сейчас. Убежали нахер. Все, все убежали. Где у меня тут змея? Так, подожди, давай слух. А, органы чувств, слух. Где-то кто-то. Шипел кто-то где-то. А где кто, непонятно. Ладно, короче. Мы кошку драную напугали, она в панике ущемила отсюда. Нормально, жить можно. Пей. Кого напугать? Напугай! Ух, юхты! Напугал, блядь! Только меня! Давай, макакен! Они по деревьям выселили, лазить не умеют. Самоконтроль, молодец я. Я себя вообще контролирую нормально, самоконтроль, и все, у меня паника. Подожди, да стой ты, куда ты, мартышками? Так не в ту сторону лезешь-то, блин. Твою мать. Как тебя развернуть, слышь? Вот, давай сюда лезь. Ах ты, муха. Непоротливая мартышка какая-то у меня. Вот, давай, ты чё, я тебе говорю это. Ребенок, приносящий удачу. Когда этот ребенок у тебя на спине, за тобой все хищники, блин, мира будут охотиться. Оп, нормально. И полезли наверх. Так, нам нужен хлопок. Нам нужно попить. И, блин, надо избавиться от этого пацана. Он, короче, какой-то не фартовый вообще ни разу. Как только мы его берем, за нами начинают охотиться все абсолютно. За нами шланги садовые начинают охотиться. Ёшкин крот. А кошка, смотри, вообще напугалась. Собака такая. Это вообще кидало сейчас с ее стороны было, если что. Так, давай, короче, вот это похаваем. Так, каваем. Она водичку исполняет, так что нормально. Так. О, нихера, смотри, он шланг большой садовый сидит. Он к нам ползет? Конечно, к нам. Слышь, я тебя, короче, спас, макакен. Не надо благодарности. Щемани только отсюда. Вон, нихера, блин. Опа, я что за дырка?
А что за дырка? Что тут с всех сторон, блин? Паникуют меня. Давай, короче, знаешь, что делаем? Вот так вот, да. Немножко залезем. Опа, кто это? Так, напугай! Все нахер, все испугались уже. А эти яки, наверное, это кобры этой. Схватить! Побежали, посмотрим потом. Так, вот, вот теперь давайте сейчас будем смотреть. Так. Осмотреть. Так это яйцо этой анаконды. Да? Новое еда! Зверь, ну такое. Серпенти совум. Нормально. Ешь. Она сейчас вообще злая будет. Твою мать, а. Ой, маманька ползет, а недовольная. А я траванулся еще. Интересно, она-то не умеет ползать? Если она не умеет под деревьями ползать. А это было бы очень кстати сейчас. Потому что яйцо у нее не свежее. Ой, ну началось, началось. Паника. Так, включаем интеллект. Начинаем опознавать все. О, это, кстати, хорошая штука. Но мы не на том дереве, это плохо. Так. Что мы еще тут открыть можем? Что еще? Вот, вот, вот еще. А вот тут, наверное, нормально сейчас будет. Нет, это сухая ветка. Не то опять, тоже ветка сухая. Так, это нормально, сконцентрировались, посмотрели. Давай делаем следующее. Дальше нюх. Начинаем нюхать все. Смотреть, опознавать, говорить, что это все знакомое нам, до хрена. А нюх-то нечего, ничего не пахнет. Так, если что. Ладно, давай слух. А ничего нету. Ладно, пойдем. Пойдем дальше. Нам нужно это, я так понимаю, срочно сейчас все проинтеллектулировать, наверное. Так, вот, смотри, концентрация нормальная, сухая ветка, все свободно, нормально, все хорошо. А, вот еще, смотри-ка. Ну, тоже сухие ветки, одни сухие ветки. Вот, вот что вот это такое, смотри, появился, а? Кругляшок. Вы в роли страх, силы, разума, доберитесь до захватываемой зоны. Так, я вот здесь. До какой захватываемой зоны? Все, я поборол. А где эта зона-то? Может, там сосредоточиться? Так, смотри, в чем херня. Я сюда подхожу, она идет ко мне. Но это не то. Интеллект. Концентрация на чем-нибудь там, я не знаю. Ну, я не знаю, наверное, я просто дальше вперед идти. Ну-ка, давай-ка туда. Хорош. Так, при помощи интеллекта красавчик все сделал. А что делать-то? Я поборол. Да какой захватываемой зоны? Где эта захватываемая зона? Хер-то узнает. Ну и реально я не понял. Я как-то один раз же это что-то сделал. А, вон она, походу. То старая, а это, походу, новая. Ну точно, да. Так, она паникует у меня немножко. Это не страшно. Страшно будет, когда она будет немножко паниковать, а она начинает паниковать все больше и больше. Подожди, подожди, не-не, давай. У тебя времени не так много, нормально, идем вот сюда. Вот, да мы почти добрались, она сейчас это все к нам. Вот! А, давай, побороть страх, давай! Давай, потопаем, похлопаем, нормально порем. Порали, красавчики, все теперь знают, что мы нихера не боимся. И срать мы на них хотели с высокого дерева. Все, мы молодцы, мы побороли страх. И заодно мы этот, поедим сейчас, да. Хотя я, правда, хотел... А, нифига, смотри, она этот яд лечит. Отравление спустя, нормально. Хорош такой овощ, помощь нам пригодился, нормально. Так, ну вопрос сейчас в другом. А, смотри, у нас еще нейрон оформился, это ладно. Я что думаю, подожди-ка. А, где... Хлопок этот. Хлопок реально нужен. О, ну-ка, хлопок. Хер там. Тут что-то с хлопком вообще проблемы, походу.
Музыка такая заиграла. Типа Маугли какая-то. Когда-ка вот это. Да ёпт. Одни ветки пустые. Сухие, в смысле. Короче, нет, тут с клопком все печально. Хорошо, а как мне кровопотерю, допустим, излечить? Ну, просто так вот. Я так понимаю, можно пробовать поесть, конечно. Она вроде как лечит, но она, по-моему, кровь этот, порезы не лечит нифига. Что такое? А, это понятно. Это что такое? А давай, короче, вот туда сходим. Запомнить. Откроем новую территорию, нормальненько так. Я вообще красавчик. Так, там кто-то есть внизу? Никого там нету, ни хрена. Да короче, тут никого нету, все, я тут вообще. Все поняли, что я тут теперь самый главный. Все, нормально все. Но палку-убивалку лучше сделать, на всякий случай так. Пригодится, подожди, попрыгали туда. Ой, кабана слышу! Бежит, сука! Два кабана! Ладно, хоть не бегают. Так. Это мы опознавали уже? Интеллект? Не опознавали. Будут. Так, убежище, нормально. Так, это что такое? Это нам не надо. Это что? Короче, не, вообще замечательно. Там можно спать. Хотя я не понимаю, зачем там спать, если я могу прекрасно поспать на дереве, где никто не шарится. Ну так вот, просто. Для примера. Так, давай-ка залезем повыше. Никого там нету, блин. Вот, теперь я так понимаю, так, интеллект. Сделать открытие, давай открытие сделаем. Найдено новое интересное место. Слияние двух рек. А, ну это хорошо. Так, река один, а где вторая? Вторая-то где? А, вот вторая. Ладно, ладно, убедились, Лили. Нифига, слушай, нормально так встал. Мне очень нравится. Теперь вопрос в том, что нам как бы поспать бы, наверное, надо. Мне кажется, она уставшая у меня. Так, хорошо, давай, допустим. Хорошо, да стой, а что не так-то? Я пытаюсь опознать хоть что-то. Она мне налево не хочет. Так, укрытие еще нашел для малого. Так, тут поспать можно. Вот смотри, здесь и одно поспать. А, там кабан. Смотри, шашлык собак сидит. Блин. Давай, короче, это, храпанем немножко на дереве. Я хочу посмотреть. Даже не храпанем, просто полежим. Вот. Лечь. Я хочу просто посмотреть. А что, нельзя тут, что ли? А если я немножко вот так подожду? А, нельзя. Смотри-ка. То есть я понял. Хочешь, не хочешь, нам нужно делать укрытие. Слушай, мне знаешь, что не нравится? Мы хер пойми уже куда забрались, и мы забрались в одиночку. Нам было всей стаей, наверное, ползти сюда. Нормально. Ну, с хлопком тут реально большие проблемы. Ну, нету хлопка, ёшкин крот. А, вон, я вижу, она устала, а спать хочет. Так, надо что-то соображать трёще с хлопком. О, сообразил. Ха-ха, нормально. Так, подожди, давай, прыгаем. Скачем быстрее, быстрее. Хлопок, 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 хлопок. Сейчас нормально себе все раны затрем, вон, я его вижу. Опять дерево ошибся. Да как так-то? Да ёптать. Ладно, давай быстрее. Сейчас все нормально. Сейчас, подожди, не кипишу. Сейчас все будет хорошо. Я тебе гарантирую. Так, подожди. Вот. Давай, мажься хлопком. Я просто про то, что... А как мне теперь хату-то найти? Просто домой как мне вернуться? Я вот, например, понятия теперь не имею. Так, отлично. Все, общение... Какое общение у нас открылось? Давай-ка в другую руку. А у меня же, по-моему, был в другой руке, нет? Я потерял. Так, а как мне теперь реально? Ну-ка, сообразить. Ну, в любом случае, наверное... Подожди-ка, вот так надо развернуться. Ну-ка, концентрация, что это? Небольшое болото. А это что у нас? Каскад водопада в скале. А, ну все, в принципе, я сообразил, где наша хата. А, вот, текущая постель. А, вон оно что, я понял. Я понял, Михалыч, вон оно что. Так, хорошо, давай сюда. На мана. Ну, это волокна. Я с собой одно волокна взял. Блин, ну так-то до хаты не охота сейчас возвращаться. Опа, это что такое там было? Вот это что такое? А, укрытие. Давай, короче, сейчас, наверное, сообразим, как поспать нам.
Давай, держись, отлично. Вот, я так понимаю, что сейчас мы можем из листиков сделать себе убежище. Вот вроде как из этих листиков, да? Так, схватить. А как делать? Смотреть. Но она его знает. Это местные листья. Это родные уже практически. А, ну, бросить, наверное. Так, что ли? Ну-ка, давай накидаем, посмотрим, что будет. Так, раз. Два бросил. А, это вообще... Кстати, да, это вообще те листья? Да вроде те, хрен того знает. Концентрация. Да, это подспальник, который. Так, а, схватить. Бросить. Схватить. А, во, бросить, ну да, бросить кучу. Начать строить. Построить. А чё так? Так чё так неудобно-то? Нихера себе! Ты прикинь, построил, сука! В том месте, где строить нельзя было, это, проверка, бляка, от Росгор, там, услуг каких-нибудь. Ну-ка, нахер, испугался и убежал. Я не понял. А что-то мы дохера такие нешуганные. Сука, это вот комиссия, блин. Это как только себе построишь домик, придет и взять на комиссию, скажет, иди нахер. И вот такая вот, да, вот такие вот люди бывают, приходят сразу. Твою мать, блин, вот. Только дом построил. Я еще даже новоселье не отпраздновал, уже началось. Так, мне опять нужна вот эта волокна. Нужна. Подожди, это волокна тоже нет? Волокна? Волокна. А чё, блин, поближе-то ничего нигде нету, а? Чё, с волокнами вообще печально все. А, во. Бляха, это ветки сухие. Короче, надо палку делать. Так, где волокна была? Волокна, покажи-ка мне. Да ёптите. Ну вот они, да? А, ну в принципе, чё, я парюсь. Вот по этой веточке, если мы пойдем, то не заблудимся. Это у нас сейчас дороги, а раньше были ветки. Идешь по той ветке... И да. И главное сообразить, что нужно прыгать и держаться за другую. Так, допустим. Где это волокно было сейчас? Секунду, соображу. Подожди-ка, а вот тут же прям было. Вот это же, да? Так, вот волокно, да. И вот волокно. Точно. В целом нормально, только ветка не та. И опять дерево не то, да? Ты прикинь, вот нихера себе взял, построил себе хату, ага. Отжали хату. Прямо по беспределу. Просто пришли и отжали. Блин, да где-то волокнуто. Надо сделать, запомни, что ты. А, вон. А внизу кабаны он еще шарится. Вот, нормально, тут не устраивает. Все, пойдем сюда. Блин, а пока до этого волокна доберусь, все будет очень плохо. Вот же, ну, оно. Нет, это фрукт. Он тоже сойдет. А не совсем то, что я хотел, но в целом-то. Почему нет? Очень даже ничего. Так, малой, культяпки убери свои. Волокна лучше сгоняй, возьми. А вот это что? Это фрукт, да? Это палка вообще. Это палка тоже. Я ее уже сам опознаю. Вон волокно, нормально. Вот по этой ветке нам надо. В смысле? А, вот так вот, да? Ладно, тоже палку взяла, нормально сойдет. Но это не совсем то, что мне нужно. Руку переложи. Сказали, что это на ходу могу. Вот, хватай. А, применяй, нормально. Так, насколько я понял, тут сейвы у нас либо автосейвы при открытии всяких территорий, либо если мы поспим, там вроде тоже сейв был. Да, открыть течение минимум 5 раз. Смотри-ка, молодец я. Я хороший. Я умный стал.
Так. Но все-таки нам нужно как-то что-то решать с тем, как нам спать. Что это кошка, она собака та еще. Там два кабана. Там вон анаконда. Тут же где-то кошка. Мне не нравится это. Я хочу домой, пацаны. Отпустите меня домой. А где хата? Подожди, а где хата реально? А, вон и хата. Так тогда до него пилить и пилить и пилить еще. Не, не вариант. Надо что-то другое думать. Точно, на возвышенности, вот тут, например. Там мало вероятность, что кошка будет лазить. Она ленивая, сволочь, та еще. Нормально. Так, ухватился. Хорош, а вот это плохо было. А, ладно. Погнали быстрее. Короче, нам нужно поспать. Это факт. Залазим. Залазим, залазим, залазим. Ты что, не умеешь, что ли, это? По таким скалам лазить. Я думал, ты по всему умеешь лазить. Малого с такой задницы достала, а тут, блин, залезть не можешь. Давай, короче, кошке малого отдадим, чтобы он нас не трогал вообще. А сами нового нарожаем. Мне кажется, это вообще классный бизнес-план такой. Так, давай-ка поедим. Самое интересное, что их кошек хрен когда еще заметишь там. Да и остальных тоже, в принципе. Так, секунду. Концентрация. Нам нужна теперь травка. Нужная. Вот это да. Именно вот она нам и нужна. Отлично, все. То есть мы там, где мы должны быть. Пойдем, короче, ночлежку делать. Так-то, блин, по-нормальному, конечно, ее там будет замутить. А, да не, нормально, вот тут никого. Брось. Так, какая трава? Вот эта трава, вот она. Да? В смысле нет? А в смысле, подожди, а где она? А, во, ну. Так, подожди, а мы сейчас прям тут и сделаем. Прям бросить. Бросить кучу. А в смысле, все что ли? А что еще? Ну давай эту. Я думал, там уже хватит. Не, я просто думал, что вам как бы, ну... Вот, бросьте кучу, не вижу. Думал, что ну не два листика, там явно будет, а побольше. Где там кучка наша? Где куча-то? Вот. Что, могу строить? Да. Начать строить. Нормально сейчас построим. Вот, смотри. Уй, давай поспим нахрен до утра. Потом посмотрим, что там у нас по эволюции. Глянем. Надеюсь, у нас за ночь не сожрет никакая, блин, там. Никакая какая-нибудь, да? Так, ладно. Да не, пока затише, хорошо. В принципе, она почти выспалась. Правда, вот, смотри, мешки уже и над глазами, и под глазами. Уй, бляха ты, муха! Алярм! Алярм! Сука, хули тебе не спится-то с утра пораньше, дебилоид? Эволюцию, блядь, сделал. Где он? Пошел нахер, я сейчас настрою, чё, собака. Он меня, кто меня преследует, козел. Чё я ему сделал? Что я ему сделал, ты мне скажи. Я даже не вкусный, я не мылся. Сколько времени уже? Так, интеллект. Ну-ка, давай-ка. Блин, не то. Ай. Такая ветка, бляха ты муха. Где этот? Блин, не то все. Вообще все не то. Я про то, что мне бы сейчас этот найти. Волок найти. Да ё-моё, одни сухие ветки. Ладно, нам в любом случае на сторону хаты возвращаться, я думаю. Так, а эволюцию нам нужно сделать как? Эволюцию нам, получается, нужно что-нибудь замутить. Явно не здесь. Эволюцию нам нужно где-нибудь в спокойном месте, где можно поспать. В принципе, можно где-нибудь на отшибе сейчас сделать. Вот в скалах есть этим. Где полежать. Давай пробуем там сейчас замутить. Так, где там? Ну-ка. А что толку-то, блин? Я запарюсь таскать. Змея, смотри, нашел. Вот нам туда надо. Хорош. Забираемся нормально.
Все было просчитано, все было грамотно, все было очень даже осторожно и безопасно. Так, вот он, нашел. Давай, сменить руку. Схватить. Не-н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 е. Вот. Перепутал кнопки, чуть не выбросил нафиг. Нормально. Так, ну хорошо. Предположим, это даже замечательно все. Но что нам делать теперь с лежанки-то, в принципе? Вот по большому счету нам где-нибудь вот тут надо. Во, нормальное место, смотри. Тут кошаки не шарятся. Во, нормально, вот сейчас наверх. Так, ну нам нужно сделать что? Нам нужно сначала теперь найти травку эту. Укрытие. Это что за трава? Это гранит вообще. Это гранитная трава, блин. Хотя подожди, а чего парюсь-то? Я ж, мне кажется, по большому счету могу где угодно долечь. Если я там могу спать, то, мне кажется, и эволюцию там можешь провестись, нет? Ну да, вот тут. Тут просто безопасно. Так. Нет, я в смысле лечь хотел. Да как бы брось. Вот, лечь, да. Так, лечь спать. А сейв будет, нет? Наверное, будет все равно какой-то. Хрен-то узнает. Я не знаю, был сейф или нет. Ладно, эволюцию не получается у меня пройти. Это нужно это, на лежаке. Я тут лежак сейчас не построю. Давай мы с тобой на этом закончим. Все ссылки будут в описании под видео. Серия понравилась, большой палец вверх. Оставляй комментарий и подписывайся на канал, если еще не подписан. Всем удачи, всем пока.